Загадочные явления наших дней. Весна 2012-го. Огромный протуберанец, похожий на сферу, соединенный нитью со звездой. Картинка буквально взорвала интернет. Посыпалась масса версий. Первая мысль – это шарик с гелием. НЛО украло газ у Солнца и теперь убегает. Солнце вот-вот взорвется. Сегодня светило преподнесло ученым новую тайну. Пик солнечной активности слишком слабый. Вспышки редкие, пятен мало. Ученые опасаются повторения, как 4 века назад маунтерского периода. Тогда вспышек и пятен на Солнце не было 100 лет, а на Земле началось похолодание. Был некий сбой в обычной жизнедеятельности Солнца. И вопрос стоит в том, что а может ли такое повториться? И когда? Это съемки нашего светила в реальном времени, в разных диапазонах волн. Прогнозы ученых-солнечников, как у синоптиков, тоже всего на несколько дней. Но, как отмечают в центре геомагнитной обстановки, ошибок не бывает. Вот вы здесь вот видите выброс солнечного вещества. Он большой, но он произошел в основном на невидимой от нас стороне Солнца. И только краешком задел нашу сторону. Поэтому думать, что что-то опасное произойдет в связи с этим выбросом, не приходится. Именно точный прогноз центра в 2001 году помог избежать неуправляемого спуска станции «Мир». Масса станции была 120 тонн. В атмосфере сгорело чуть больше половины. Если бы фрагменты упали на населенные районы, была бы катастрофа. Мы спрогнозировали, что будет магнитная буря. И эта буря очень нам помогла для аргументации нашей позиции. За 2 дня станция просела на 9,5 километров вместо полкилометра. Вот. Это подействовало на всех, тех, кто надеялся, что можно ждать спокойного завершения. Работа космонавтов на орбите тоже напрямую зависит от прогноза солнечной активности. Если звезда буйствует, выходы в открытый космос запрещены. По большому счету, 3 выхода в открытый космос по полученной дозе, они равносильны, наверное, полугодовому полету, насколько я слышал от наших медиков. Привет, на связи. Сегодня космонавты регулярно на связи с МЧС. С орбиты лучше видно, насколько Солнце бывает беспощадным. В России, как и 2 года назад, снова пожары. Сейчас очень серьезная обстановка с пожарами. Горит весь Дальний Восток. Парадоксально, но в эпоху технического прогресса человек все больше зависим от Солнца. Вспышки могут не только изменить орбиты спутников и вывести их из строя, но и причинить вред наземной технике. Например, сотовой связи. Ученые признаются, накопленных знаний о Солнце пока слишком мало. Солнце изучено далеко не полностью. Еще множество осталось непонятных вещей. Даже такая простая вещь, как цикл солнечной активности, которая изучается уже 200 лет, причина ее неизвестна. Почему Солнце меняет свою активность периодом порядка 11 лет? Недавно специалисты Института космических исследований благодаря эксперименту плазма-F сделали еще одно открытие. Поток солнечного ветра, то есть вещества, которое светило теряет в процессе термоядерной реакции, непостоянен. Словно у Солнца есть свое дыхание. Так вот, оказалось, что поток солнечного ветра состоит из отдельных струй, которые идут немножко под разными углами. Это открытие не сенсация, а еще один вклад в копилку знаний о раскаленном гиганте.